Всем доброго весеннего, субботнего денечка. Мы приехали на дачу навести порядок. Еще пока не переезжаем, просто приехали навести порядок. Посмотрите, первые весенние цветы. Скоро зацветут. Я немножко тут прибралась в клумбах. Щавель зашел. Маловато, но это прошлогодний. Мы его быстренько сейчас съедим весной и посадим свежий. Красавец лебесток. Тоже взошел, перезимовал. Лучок. Мы его называем дичка. Он такой тоненький. Тоже взошел. Смородина распускается. Жимолость у нас тоже уже распускается. Сегодня немного надо будет обрызгать еще их. Главный юный дачник. Еще пока ничего не перевезли из вещей, но зато притащили кучу игрушек. Развлекаются с бабушкой. Ну и, конечно же, куда же без мангала? Сегодня мы особо готовить ничего не будем, да вообще не будем. Мы сегодня жарим сардельки. Будет уже попозже у нас сардельки. Нам сегодня некогда заниматься готовкой. Но прекрасные казанные мангальные блюда обязательно будут в сезон. Всем хорошего субботнего дня!